1 миллиард долларов – это много или мало? CNBC сообщает. Верховный суд штата Оклахома отклонил апелляцию бывшей жены американского миллиардера Гарольда Хэма. Супруги прожили вместе 20 лет, и в ноябре 2014 года Хэмы решили развестись. Суд округа Оклахома присудил выплатить Сьюэн Хэм 1 миллиард долларов США из 13-миллиардного состояния ее бывшего супруга. Но Сьюэн показалось, что эта сумма слишком мала за 20 лет совместно прожитой жизни, и она обратилась в высшую судебную инстанцию штата с апелляцией, требуя половину от совместно нажитого имущества и активов. А это ни много ни мало 6,5 миллиардов долларов. Верховный суд штата отклонил ее апелляцию, но дама получила 1 миллиард долларов. Я думаю, это тоже не так уж и мало.